Всем привет! Мы группа Umbrella. И мы представляем Херсонскую область. Меня зовут Иван Горянин, и я руковожу данным коллективом. Нам почти 2 года. Собрались мы в славном городе Генические, в нашем местном доме культуры. Меня зовут Инна, я вокалистка. А я Алексей, бас-гитарист. Меня зовут Максим, я ритм-гитарист. Меня зовут Алексей, тенор-саксофон. Максим, ритм-секция, барабаны. Мы делаем музыку в роковом направлении. У нас есть много авторских композиций. Они про жизнь, про любовь и про родину в том числе. Функционирование нашего коллектива стало возможным именно в русском Генически. В 21 год я стала директором Генического дома культуры. Там остались только уборщицы и завхоз. Творческого коллектива вообще не было. Важная миссия на нас выпала – это поднятие духа и вообще поднятие культуры нашего, как минимум, Генического. Вот. И мы с этого начали. На самом деле мы единственная группа, которая есть в нашем регионе сейчас. Мы пытаемся эту ситуацию изменить, мы подтягиваем молодежь, занимаемся с ними. Мы приехали дарить музыку, и это хорошая возможность проявить себя. Мы должны показать людям, что все дороги открыты, у них есть возможности для того, чтобы найти себя, реализовать себя и принести пользу другим.